Йо, гость. Можем проходить их. Подождите. Кажется. Смотрите. Она тебя что, вот так все время снимала? Боже мой! А просто супер классно! Оказывается, у меня микрофон! Из-за того, что я типа вставил, как он называется, мобильник заряжать. У меня, получается, минус звук был, и скорее минус в 2 сериях минус просто мой голос. Ну, как бы он может там и есть, но он такой тихий, что я... Ну ладно. Окей. Классно. Вот эти футболисты. Мне стоит их остерегаться. Круто. Просто я не знаю, что еще сказать. Просто от чувства крутости я больше ничего не чувствую. Просто супер-пупер. Блин, мне жалко на самом деле, а звук... Бац, бац, бац. Ты промазал. Как так? Ты промазал, как так? Так, убиваем сейчас одного из этих. Ну да ладно. А, нет, заметил. Воу! А, это футболист был в плюс. Когда все норма. Вот тихо. Блин, давайте я храм немного повыше изучу. Сначала мне нужно. А как меня тот не заметил? Я еще вообще не понимаю. Тут темно как-то. Ага, туда мне тоже никак не попасть. Ладно. Воу! А кто там был? А, волки. Ну ладно. Глиняный горшок. Так, где я еще тут что-то видел? В воде тоже было. Так, и понять, где это дерево, откуда мне будут пинать. Вот здесь, да, он кажется? Туда попасть. Да, жалко насчет звука. Просто 2 серии, считайте, молча провожу. О, даже так, нихера себе. Там волшебничек. Я знаю, у кого я еще четкий возьму. Так, возвращаемся. Я успею, короче, этих сейчас убить еще. А-а-а.
А, они меня просто заметили, но... Нормально. Да-да-да-да-да, я туда пойду сейчас, ага. Так, вон призрак. Ну, призрака мы убьем после того, как я... Вот это, после того, как я убью вот этого мужика. А почему они бегают? Ой. Упал. Тупой граб. Ах, ладно, давай, иди ко мне. Ты один тут? Ладно, хотя бы по одному будут нападать, и то радует. Вау, вау. Окей. Ну, смотрите, плюс... Не, а за них много дают душ. За них нормально душ дают. Так, кстати, а где дерево, с которого меня должны... В меня должны пулять? А, боже мой. Тома, заткнись. Я сказал, заткнись. Ты что, тупой? Иди отсюда. Иди отсюда. Ой, боже. О, тупой кот не понимает, что нужно бежать, когда я за ним бегу. Да уж. Так, easy level up. На них хотя бы апнуться можно. И то радует. Хотя бы этот момент радует. Там пусто. Ни хрена их тут. Ой, я вижу этот тотем. Попробуем. Где он бьет вот мяч? А у меня там еще есть, и тут есть еще. Так, там два охранника этих. Да-да-да-да-да-да. Вы такие крутые, да-да-да-да-да. Босс, мы... Нас много, поэтому мы такие крутые. Это нужно и начинать. Просто нас много. О!
Так, тихо. Хилимся. Вот, здесь отмечается враг какой-то. Типа босса. Ну, это видно, там какой-то босс будет, если я открою двери. Открыл двери, равно босс. Тупые кошаки. Так, ладно. Мне нужно вернуться к тем чувакам. Вот опять. Отобразился босс. Хотя, вот опять отобразился босс. Хотя он меня даже и не ждет. Так. Ну, они двинулись ко мне. Отлично. Давай, давай, уходи, уходи. Я сейчас все равно вас грохну. Потом пойду убью того, кто там внутри. Где ты, чертово дерево? Вот это дерево? А, да, вон это дерево. Ладно, тогда мне нужно этих убить, потом пойду к дереву. Ну что, чел, остался только ты. А... Не понял. Знаешь, я так подумал, иди, наверное, в сраку. Не, я вот это действительно сейчас не понял момента. До этого я вот момента точно не понял. Почему? Потому что я... О, саке, драконий источник. Бутылка красительного чистого саке. Саке нужно пить в компании. Превосходное саке, сваренное мастером Асина на воде из драконьего источника. Чистая вода позволяет излечить все оттенки вкуса из лучшего веса Асина. Так, аромат этого саке не описывать словами. Чтобы понять напиток, нужно попробовать лично. О, плюс косарь. Так, теперь нам нужно туда, к дереву. Ой! Ой! Упал. Найс. Найс. Ясно. Охренеть.
Ну вы поняли, да, почему я говорил классненько, классненько просто. Я плюс еще все запорол, отлично. Куда все лучше. Да-да. Ну, вы поняли, круто. Просто все круто произошло. Да. Если б я не упал. Чисто, вот если б я не упал. И заметьте, что снаряды, они летят чисто в меня. То есть, увернуться нельзя, нельзя, нельзя. Ну, хотя бы отсюда. Но минус опыт и минус дохера денег. А, отлично. Так, тихо, сразу. Я использовал к разрушенному храму. Классно, 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 как я делаю. Почему первый там к этому? Сука. Нужно было, чтобы они сделали вторым слотом. Эх, ладно, давайте я тогда закуплюсь. Закуплюсь тогда на эти деньги. Да, 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 да. Переместиться. Дворец. Пиздец. Просто запорол. Все просто запорол. Так только я могу. И все. Так могу только я. Изи. Просто на изичах, знаете, так как нихер делать. Ой, сколько времени потрачено на тех, которые тренировались, боже. Для того, чтобы сдохнуть. Убит. Бусинки. Плюс 300. Все, понимаете, чисто вот из-за нее. Здесь все вот это и происходит. Ладно, мы его все равно шубили, да? Ой, а что мы делаем? Мы сейчас это, идем рыбок искать. Это я что-то не так делаю? Пять. Извините, юноша. Да. А юноша... А не во дворце ли вы идете? Во дворец. В таком случае вам лучше восстанавливать черный проход. Воспользоваться. Если теперь затопило, но там нужно пройти через большую пещеру. Вот, вот только говорят, что сейчас в ней спит великий карп. Хорошо. А, вижу карпу хорошо. Но. Нам нужно с вами туда. У нас слишком большая зона. Да. Слишком большая зона. И мы будем сейчас ее полностью исследовать под водой. Поехали. Ох.
Чешуйка. Ух, да? Куда там можно заплыть? Блядь. Чешуйка. Так, сюда можно. Хорошо. Глиняный горшок. Тихо, 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 тихо. Я понял, где он спит. Не мешаю, не мешаю. Ох, сколько чешуек. Ох, сколько я вещей куплю. За эти чешуйки. Сука, мотала. Так. Так, да, в воде весело, как вы видите. Так, еще карп. Красный сгусток. Так, здесь обитают? Ага. Так, магнит, легкий кошелек. Надо хорошо все смотреть. Озеро. Тупая тварь, которая кидается говном. Тут еще может быть безголовый, так как мы в воде, и она очень глубокая вода. Так, чешуя. Я понимаю, что я вниз могу плыть. Вон там кто-то стоит, слышите? А ну-ка. А, я ж могу тоже, да, в воде юзать. Этот чик-чик-чик. Шлем. А, это доски. Так, а где мы. Подождите, мы карпа здесь еще видели. Ай, зараза, не уйдешь. Гамнюк. Нужно его еще грохнуть. И пойдем вниз. Зараза. Ладно, давайте засядем. Ха! И все. Так, у нас ее уже много, чешуйчик. О, там еще что-то светится. Так, отлично. О, еще. Отлично.
отлично. Интересно, сколько у меня уже ее. Кто-кто-кто? А, это корм, да? Так. Хорошо, под воду. Поехали вниз, ниже. Так, в домике что-то есть. Ну, я вижу огромную рыбу. Сколько? Их двое? Отлично. Почему не трое? Почему только двое? Так, окей. Тогда лучше сначала убить того, да? А, я вспомнил шляпу, что я не могу использовать. Ой. Вау, 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 вау. Я не на ту кнопку нажал. Подождите. А почему? Как мне его тогда убить? Или мне лучше убить, который там был, у стенки? Блять, их только что двое. Вот в чем херня. А знаете, как я могу сделать? Сейчас покажу. Так, давайте сначала за этим сбегаю. Там предмет, который валяется здесь. О, большой. Ничего себе. Так, сначала. Конфетти, конфетки, конфетки. Дух снижает урон вашей физо-физи... Так. Давайте я этот использую. И конфетти. Сначала мы юзаем вот это. Конфетти. Я конфетти не успел заюзать. Так, ладно. Бутылка. Воу! Много лишнего мне. Нужно дрожжи выкинуть. То, что она все равно не юзается. Потому что в одежде нельзя. Типа, да, есть. Есть, кушать. Кушать есть. Кушать есть. Кушать есть. Так, невидимая помощь.
это чтобы... так. Так. Так, так. Конфетти. Это чтобы сразу заюзать его. Да и чё, я сюда его поставил. Блять, как мне тоже бесит. Так, конфетти. Лекарством. Хорошо. Ух, тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, дальше. Блять. Найс, 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 найс! Классно! Как все отлично. Просто с двумя тяжело. С одним то справиться можно, а с двумя тяжело. С двумя тяжко. Очень тяжко. С двумя. Повтор. Так, хорошо. Поехали. Да. 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 Мне уже так скоро, мне кажется, конфетти не хватит. Можешь пойти другого убить, который у стены. А чё это было? Ладно. Круто. Тянем. Я не могу его... Я не могу их вообще убить. В чем сложность?
Жопа. Блин. Да-да. О, отлично. Сколько у меня теперь болеет? Ну за что? Ну за что? Боже мой! Воу-воу-воу, я не посмотрел свое ХП. Тихо. Короче, она мне мешает. А, так, ну, я мог... Благословение... Я к шарику. Безголовый дух, я к шарику вселился в так. Сильно повышенную силу атаки за счет запаса так. Па-па-па. Безголовые тени играют так-то-так. Брат-близнец этого воина родился мертвым. Будь их двое, их не могли бы одолеть. Вон оно что. То есть я мог сначала тень убить, да? Так, чешуйка, нихера здесь черви. Круто. Круто, что сказать. Оськи. Осинки. Осинки. Все? Походу больше тут ничего нету. Больше тут нечего ловить, как говорится. Так, а теперь вопрос, как мне взобраться. А, точно, что я туплю. Идол. В принципе, давайте на этом, я думаю, закончим. Поэтому, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.